Ух ты, красиво. Опа, и опять нормально, ребята. Грамм под 200, наверное. Ух ты. Да, хороший. Может, подлечь? Не, это вот что пришло. Охренеть. Вот это плотвина. Привет, друзья мои, с вами Алексей, канал Рыбакас. Мы на очередной рыбалке в палатке. Сейчас кратко расскажу, что будет. Мы сегодня приехали на Старосалтовское большое водохранилище. Кто из местных, яхт-клуб недалеко за нами. Буду ловить на три удочки. Одна будет удочка чисто летняя, поплаву крючок грузик. И вторая будет с двумя крючочками и мормышкой один крючок. И одну будет для крупной рыбы. То есть мы сегодня будем пытаться достать леща под леща. Что с этого будет, буду показывать. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Глубина чуть больше 4 метров. На улице минус 4 градуса, минус 3, минус 4. Небольшой ветерок, настроение отличное. Многие спрашивают по поводу прикормок. У меня будет фанатик зима, фанатик фидер, плотва и вот такая мотыль холодная вода. Отправляем посылку рыбе. Доводим до дна буквально. За полметра до дна высыпаем. Кормушку положил, теперь приподнял чуть-чуть. И вот так вот. Раз. Все. Наживляем мотыля. Ставлю три штучки. Это обычный крючок. Как я говорил, одна из удочек будет просто как летний вариант. Ребят, первая рыбка пошла и что-то неплохое. Вот гляньте, какая плотвина. Хорош. С почином у нас, ребята. Посмотрите, какая красавица ладошечная. Класс. Оп. Так, ребята, вторая пошла. Давайте посмотрим, что тут у нас идет. Вот так вот. Ну, в принципе, едовая плотвина. И та это клюет. Ну, давай, подождем. Это мы отпускаем. Нет, тут ничего нету. Ух ты. Ребята, хорошо взяла. Потому что не особо крупная. Так, или мне кажется. Ух, сорвалось. Ладно. Так. Опа. О, хорошо что-то идет. Что-то прям хорошее. Ух ты. Посмотрите, какая красавица. Ох, класс. Такая моя ладошка. Что-то очень хорошее. Ребята, добротное что-то. Ох ты ж. Гляньте, на мормышку. Пока 50 на 50. Опа, красавица. Погорячился я с тремя удочками. А вот, никак не могу поставить третью, но третья у меня будет на крупную рыбу. Чем отличие? Во-первых, я чисто по дну буду ставить. Во-вторых, поставлю целый пучок сейчас. Пучок мотыля, штук 7, наверное. Вот так вот, клюет поплавок. Опа, есть, хорошая. Так. Ой, и тут так, они зацепили, да, там что-то хорошее просто идет. Вон оно сошло прям. Ух ты. А, ну ладно. Для многих это хорошая плотва, практически в мою ладошку, ребят. Но мы ее, иди за дедушкой и за бабушкой. Прикормка решает, ребят. Вот закармливаешь буквально один конус и сразу начинает клевать. Сейчас я минут 15 уже не кормлю, рыбка отходит. То есть вот поймали 2-3 рыбинки, закормили. Это работает. Так. Ага. Так. Кто не в курсе, вот это не жир.
заражен селитером. Многие берут, но это не для нас тема. Вот, мнения разъединились, поэтому мы всех вот таких ребят сегодня будем вот так вот. Даже не за бабушкой, за дедушкой, просто до свидас. Ух ты, так, 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 что-то небольшое. Но идет, но идет, но идет, но идет. Ух ты, блин. Это, кстати, нормально, да? Да, смотрите, ребят, это нормально, но все равно. Хорошо, испортил мне всего мотыля. Давай, ни за кем не иди, просто уходи. О, о, что-то норм. Так, о, ну слава богу. Вот это рыба, ребята. Смотрите, какая красавица. Вот это красавица. Ух, добротно. Она уже клюет, да? Угу. Ух ты, ух ты, ух ты, ребята. Что-то хорошее идет. Ух ты. Да ё-моё, ё-моё. Ах ты ж, крючок второй зацепился. Ух ты. Гляньте, какая плотвина. А? Хорош. Посмотрите, какой кайф. Ребята катаются. Просто бомба. Прям там, где мы ловим. Класс. Так, а вот она, смотрите. Уже и рыба. Так, а ну, что мы? Берем, по-моему, нормально, да? Давайте попробуем. С глубины, да, тут где-то 4,5 метра. Почему солитеру тяжело на глубину? Потому что, когда его одолевает вот этот паразит, то, соответственно, он не может тонуть. У него происходят проблемы. Они все поверхностно плавают. Опа! Опа-па-па-па-па. Так-так-так-так-так. Так, 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 ух ты, 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 гляньте какая. То, что я говорю, то, что я и говорю. Вот такая красавица поймалась. Есть. Тоже что-то хорошее, хорошее давит что-то. Так, 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 о, посмотрите, какая плотва пошла. Ребята. Вот она. Хорош. А клеванул-то так, а вообще, как вроде тут крупняк, видите? Иди гуляй. Многие спрашивают мормышки, ребят, вот такая вот граненая, видите, мормышечка работает. Ставлю по дну, вот прям практически на дне лежит. Она все время все поклевки приподнимающие. Опа, и опять нормально, ребята. И опять добротно идет. Смотрите, какая. Вот это да. Короче, кормить не надо, ребята. Потому что, ну, в моем случае, мелочь налетает. Посмотрите, какая. Больше ладошки, грамм под 200, наверное. Красота. Один из быстрых способов нагреться в палатке, это подпалить свечу. Вот эта тема работает. Единственный момент, будет создаваться конденсат. Вот. Подставка, ничего лучше не нашел, как слезки, катушка. У нас похолодало реально. Так, что-то маленькое, но идет. Хотя нет, а, запутало. Опять запутало, ё-моё. Угу. Ух ты, маленькая, гляньте, какое. Какая хорошая добротная плотва пришла. Опа. О, о, ребята, это уже что-то хорошее идет. Так. Это рыба. Это уже оно. Смотрите. Гораздо больше моей ладошки. Ну, на хвост точно. Плюс, плюс, плюс. И та вторая. О! Хорош. Хорош. Долбануло так. Парит, видите, все парует. Так, кто тут? Ох ты, мелочь. Какой я. Красавчик, говорю, мелочь. Ладошка. Ребята, прикол заключается в том, что сегодня лучше ловится на вот эту снасть, которая крючок и фидерный 10, то есть 0,12 леска, обычный груз и 0,10
крючочек фидерный. Клюет отлично. Друзья, близится обед. Что я сейчас сделаю? Сейчас попробую, пока мы будем обедать, попробую, слышал неоднократно, как ловится рыба на яйцо. Вот. А вдруг ставим вот так вот яичко, белок, и опускаем. Посмотрим реакцию рыбы на яйцо. Клюет, будем продолжать рыбалку. Весь в дыму, горячий чаек. Что может быть лучше, когда на улице минус 4, в палатке как раз еще немножко подогреем. Вроде ничего так, что-то идет. Вот, видите, ребята, как работает. Крупная насадка, крупная рыба. Хорошая плотва, хорошая. Смотрите, какой жмых я ей тут приготовил. Видите? И вот она. Пошел пообщаться с рыбаками и оставил жену на хозяйстве. Посмотрим, что с этого получилось. Так, ты уже завела мне тут тумбочку завела. Тихо. Такое. Чтоб маленькое. Отпустим. О, метка. Теперь это все распутывать. Так, вот это зацепило ту, а потом вот это еще зацепило. Так. Тихо, тихо, тихо. Не запутывай меня. Не запутывай. Ребят, ну что, прошелся я сейчас по мужикам, сейчас здесь много ребят сидит. У кого-то под лещи грамм по 200, по 300, но в общем рыба крупная нет, говорит, вчера клевала. Ну как всегда, клевала вчера и завтра. Вот, ну захожу я тут, а жена говорит, тут, я с женой ловлю, если что, тут, говорит, такое. Сразу три удочки распутаю, сижу сейчас. Вот этот, наверное, клюет. Ух ты, ух ты. Да, хороший, хороший, может подлечь? Да, это подлещ. Ребята, это подлещ идет. Ванвуешь? Я не ванвую. Это вот что пришло. Это что? Это плотвина. Охренеть. Подлещ. Смотрите, какая красавица. Ух. Вот это да. Короче, не надо закармливать. Когда закармливаешь, приходит мелочь. Угу. Вот это плотвина. Вот это да. Вот это размер. Угу, да, отличается. Конечно. Ух ты, как красиво. Угу. Мелочь. Взяла? Чуть-чуть. Малюк. Похоже на окуня. Не. Вот такой вот. И тоже не наша тема. Еще и загла тут, зараза, так что... Как ни странно, но клюет и без закорма, поэтому сейчас даже не кормлюсь. Вот, и ставлю по несколько крупных моделей. У меня были мелкие и крупные. И вот как следствие пришла довольно мощная плотвина. Вот, сейчас буду по 3-4 мотыля ставить. Вот так вот. И ловить. Покажу вам, может быть, более хорошие экземплярчики сейчас подойдут. Вот смотри, клюет. Нет? Так, 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 ну да. Так, ну это рыба. Ребята, это рыба. Кто тут? А ну давай, 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 давай. Так, 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 так. О! И прикармливать не надо. Привет. Привет, собака. Привет. Такой мишка. Мишка, да? Умка. Умка. Ага.
порядок. Угу. Видишь, какие лежат? Да. Еще больше. Ну, еще больше, но хорошие. Три штуки достал. Угу. Ты, блин, это хорош, это хорош. Это что-то, ребята. Хо-хо-хо. Красавец. Полосатый, причем угу. Такая ладошка. Ух. Добротно взял. Молодец. Так, повело, повело. Так, есть. Кто тут на поплавочечку взял? Что-то не крупное вроде. Хотя. Хорошая, глянь какая. Просто она не сопротивлялась. Так. Опа, опа. Ух ты. Нет, это что-то. Что-то рыба. Ух ты, рыба. Ух ты ж рыбонька. Вот это плотвина. Так, хорошо. Произвел последний закорм. Сейчас около 2 дня. Буквально уже, наверное, килограммчика 4 у нас. Ну, порядка под штук 35 хороших плотвинок. Я думаю, это около 4 килограмм, плюс-минус. Вот, поэтому, друзья мои, рыбалка идет. Сейчас еще несколько штучек-то будем подводить их тот. Расскажу, покажу, что клевало, на что клевало. Вот, итог рыбалки. И напишите в комментариях, ребят, у кого уже есть лед. Потому что мнения разделились. Одни говорят, у нас уже глухозимье и минус 25. Другие говорят, у нас плюс 2. Вот, напишите, кто уже открылся по первому льду. Как, у кого успехи. Вот, интересно будет с разных регионов. Напишите, с какого вы города. Вот, это будет реально интересно. Все, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Сейчас еще пару поклевок вам покажу. Есть. И там клюет. Хорошее что-то. Хорошее идет. Гляньте, какая. Ух. Ребят, замечено. Это уже сегодня 2 крупные рыбины поймалось на обычную поплавочку. Безмормышную, короче. Почему? Потому что, видать, ей не так страшно брать крючочек легенький в рот. Нет. Есть, ребятушки, ну что, тяну рыбку очередную, смотрите какая. Вот, я вам скажу, сегодня, мне кажется, даже победила удочка обычная, крючочек, грузик и поплавок, и при этом вот эта удочка сегодня дала больше всего рыбы. Главное, удовольствие получено масса. Палатка реально защищает от ветра, в ней реально тепло. Свечка, кстати, горела на часа 1,5-2 и давала такой хороший тепловой эффект. По наживкам только мотыль. Ловил на мормышку, ловил на поплавочную стандартную. Стандартная победила по крупности рыбы, возможно, потому что действительно здесь более легкий крючок, который крупная рыба не боится. Рыбалка наша подошла к концу. Подведем итог еще раз. Значит, удовольствие масса, красота. Смотрите, что поймал. Видите, какие есть экземпляры. Есть экземпляры. Вот такие красавцы. Намного больше моей ладошки. Ну, хорошая рыбка. Килограммчика 4 поймал. Крупняка не получилось, подлежь где-то вот там сегодня гулял. Да и по мужикам проходил, сказали, клев сегодня был похуже, но тем не менее. Кто ищет, тот всегда найдет. Я слышал, что люди по пару килограмм поймали, ну здесь, я думаю, около 4. Ну, ребята, ну что, всем ни хвоста, ни чешуи. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Увидимся в новых видео. Вам счастья, процветания, с наступающими праздниками. Конечно же, хороших уловов, ну и получайте кайф от рыбалки. Ну и не жадничайте. Все, всем пока, увидимся в новых видео. До встречи. И хлебушек пошел. Грузичек. Хороший пес. Угу. Хороший пес. Иди сюда. Иди. Вот собака. Ах ты ж. Гляньте, прародитель ротвейлера. Ах ты ж. Лапу попроси. А дай лапу. Дай лапу. Ох ты молодец. Глянь, дай лапу. Гляньте, какой умный собак. Да, молодец.